Друзья, приветствую вас! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня у нас модель Диана, и я на ней буду отрабатывать новую методику массажа морскими раковинами. Что они дают? Они дают очень хороший перекат, они дают хороший лимфодренаж, очень приятные, гладкие, ощущение такого нейроседативного эффекта будет. С помощью них, они достаточно большие по площади, можно делать также лимфодренажные техники, можно делать различные подскоки, то есть более широкой стороной. Тоже это все можно делать. Мне они нравятся больше, чем скрипки гуаша, потому что гуаша более тонкие, не имеют такой круглой формы. То есть и перекаты гуаша сделать намного тяжелее. Мешочки не всегда можно разогревать, камни тоже надо разогревать или охлаждать, а здесь раковины под рукой всегда. Это отработка методики определенной. Не судите строго. Вот, начинаем также массаж, а клиент, может быть, нам будет давать обратную связь. То есть ощущение очень приятное, потому что... сейчас, одну секундочку. Потому что они очень гладкие. То есть такой вот... как шелковое что-то, да, такое в руках находится. Даже не чувствую пока. Раковин не чувствуете? Вот сейчас чувствую. Вот сейчас перекаты. А так, когда водила, как будто руками вожу, да? Да, да. Ну, тоже, да, интересно. Эксперименты такие. Чем только массаж у нас не делают. Здесь, конечно, нужно побольше взять массажного средства, крема или масла, поэтому я сейчас дополнительно еще нанесу крем, для того, чтобы раковины могли свободно передвигаться по лицу. На клиентах, конечно, мы никогда не отрабатываем или отрабатываем, но предупреждаем, если клиенты хотят прийти на бесплатную процедуру, экспериментировать. Так же, как и при работе с камнями, раковины должны быть продолжением нашей руки. Мне очень нравится в раковинах, что ими можно хорошо выполнять лимфодренажные движения, то есть вот эти вот перекаты. И ими можно работать без масла, особенно для клиентов, у кого есть достаточно сильные отеки. То есть можно одной раковиной работать. Вот этот вот перекат стимулирует межклеточную жидкость. Ну, по всему лицу такие перекаты. Зона глаз тоже. Прижали, подняли чуть-чуть мышцу. Прижали, подняли мышцу. То есть это имитация вот такого движения. Вот так вот происходит отработка на любимых подписчиках, которые приходят с цветами в гости, со сладостями. Очень необычное ощущение, приятно. Ну да, такой более нейроседативный лимфодренажный массаж. Конечно, глубокие... глубоко не проработаешь глубокие мышцы, только если только срывы, так, вот такие движения. На голове ими очень приятно работать, то есть вот так, как скрипками гуаша, прям захватили кожу вместе с волосами и пытаемся сдвинуть друг на друга. Но это достаточно такие жесткие движения. Да, чувствуете? Uh-huh. Но потом ощущение следовое остается после этих движений. Вот мы сдвигаем друг на друга
острыми краями, как расческой гуаша. Можно также по волосам проработать, если это мы делаем массаж без масла. Также их можно использовать как подготовку в обычном массаже. Вот это движение очень приятное по губам. Это лимфодренаж будет, все вниз. Вот так вот мы экспериментируем с различными способами для массажа, подручными средствами, Даша подсказывает, раковинами. Пишите, друзья, кто уже работает с раковинами морскими. Мне будет интересно тоже, может быть, вы поделитесь своими способами работы с ними. Можно прорабатывать тоже вот достаточно глубоко, но плоским краем, смещая мышцы. Здесь достаточно чувствительно, да? Ну, не особо. По-любому, на самом деле, мягче, чем движение, которое будет производиться. То есть, если есть клиенты, желающие более массажа такого релакс, более мягкого массажа, которые боятся сильных ощущений, может быть, где-то даже болезненных, можно предлагать такой массаж раковинами. Вот такой вот у нас сегодня клиент. Вот такая модель. Симпатичными глазами. Друзья, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, приходите на обучение и делитесь своими методиками массажа. Может быть, кто-то захочет, чтобы мы сняли его для YouTube. Может быть, вы мастер очень хороший, с большим стажем, профессионал, а может быть, вы только начинающий массажист. Мы будем всех рады видеть в качестве модели. Приходите к нам, оставляйте заявки на сайте на то, чтобы быть у нас моделью. До встречи!